Отец с девочкой посетили скалистый утес в Кавасаки, Япония, где и сделал фотографии на фоне природы. По приезду домой отец отправил фотографии жене, и только после этого он заметил нечто страшное и пугающее. Вот эти снимки. Посмотрите внимательно. Заметили что-нибудь необычное? Если нет, то даем вам подсказку. Обратите внимание на ноги девочки. За ними заметны черные сапоги и брюки. Но это еще не все. Если посмотреть на фото еще более внимательно, за футболкой девочки проглядывает рука в голубой рубашке. Мужчина утверждает, что во время съемки девочка стояла на берегу одна. Он не пользовался инструментами фотошопа или другими графическими редакторами. Рядом с этим местом находится несколько древних захоронений, в которых покоятся самураи. Возможно, дух одного из них до сих пор стоит на берегу и смотрит на бесконечность моря», – прокомментировал он. Как только фото появилось в сети, комментаторы сразу же начали выдвигать свои версии, что бы это могло бы быть. Самой популярной стало предположение, что в кадр попал призрак солдата Второй мировой войны. Но некоторые пользователи весьма скептически отреагировали на шумиху вокруг фото. Они считают, что ботинки на снимке это всего лишь оптическая иллюзия, созданная своеобразной игрой света на скалах. Так или иначе, кадр выглядит довольно пугающим. Спасибо за уделенное внимание. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий. До новых встреч!